Алла Пугачева рассказала, почему согласилась выйти замуж за Максима Галкина. Недавно Примадонна побеседовала с Олегом Меньшиковым на его YouTube-канале. Разговор получился довольно откровенным. Алла Борисовна рассказала о своей жизни. Звезда призналась, как Максиму Галкину удалось уговорить ее на свадьбу с ним. Он сказал: «Давай! Ну что это уже?» Я его спросила: «А могу я спокойно стареть с тобой? Если бы вы видели эти серьезные глаза. Они и так сумасшедшие, а тут…» Макс мне ответил: «Конечно, не бойся ничего». «И все», – поведала Примадонна. Напомним, что у супругов подрастают двое детей – Гарри и Лиза, в которых родители души не чают. А как вы относитесь к таким бракам? Благодарю вас за просмотр. Ставьте лайки и дизлайки. Пишите ваши комментарии. Делитесь видео с вашими друзьями в соцсетях. Подписывайтесь на наш канал. Не забудьте нажать на колокольчик. Впереди вас ждет много интересного и захватывающего. До новых встреч!